Вы пользовались налоговым вычетом? Да, пользовалась. А на что? На квартиру пользовалась, на учебу пользовалась. Нет, не пользовался еще. А планируете? Планирую когда-нибудь. Скажите, вы пользовались налоговым вычетом? Да. А на что? Это было давно, при продаже квартиры. А сейчас знаете, как происходит процедура? Сейчас говорят очень быстро, через госуслуги. Вы пользовались налоговым вычетом? Нет. А планируете когда-нибудь, знаете, что это? Затрагивайте. Да, пользовалась. На что? На квартиру. Как подавали документы? Через личный кабинет налоговых услуг. Конечно. Вы только что его обсуждали, шли? Да. Расскажите, что вы там обсуждали. Как декларацию составить? Время надо выбрать. А на что вы хотите потратить свой налоговый вычет? В ипотеку вложить. Я пользовался на лекарства, на ипотеку. Еще на что-то. На страховку. Вы пользовались налоговым вычетом? Я вообще не знаю, что такое. Муж занимался этим. Я не разбираюсь. Вы пользовались налоговым вычетом? Да, вот сейчас как раз. На что? На приобретение жилья. Как подавали документы? В онлайн-форме. Через госуслуги, да. А вы пользовались налоговым вычетом? Да, тоже онлайн, тоже через госуслуги. Все удобно, молодцы.